Меня зовут Стас Зубков, и это шоу «Флирт». Шоу, в котором наши роскошные девочки будут флиртовать с приглашенными гостями. Давайте пригласим нашего гостя. Поехали! Запускаем первый круг. Давайте поаплодируем. Привет. Я, конечно, не строитель, но, кажется, у меня есть для тебя ключи от чердака и подвала. Класс! Я надеюсь, что скоро снимут фильм про Райана Гослинга, потому что ты идеально подходишь на его роль. Он сошёт. Что-то на твоём? Да, вы можете думать. Привет! Приготовишь мне на завтрак яйцо ашот? И позови своего брата Пашота, ну ладно. Ашот, я очень выносливая. Однажды парень мне подарил 101 розу, и я целых 2 дня это никуда не выкладывала. Привет. Слышал, что снимают новый сезон «Счастливы вместе». Это про нас с тобой. Такое вот. Привет. А, слышала твой трек? Не могу курить кальян в тишине. Споешь для меня? Я не понимаю, почему не объявили штормовое предупреждение. У меня уже снесло голову от тебя. Я, кстати, очень экономная. Поэтому мы всегда будем принимать душ вместе. Да или нет? Все очень просто. Слушай, Ашот, пришлось перейти с телефона на планшет, чтобы удобнее было рассматривать твои дикпики. Подожди, подожди, а надо решить. А, ну мне кажется, все и так понятно. Так, ну да. Ну, конечно. Слушай, я очень сильно боюсь, что тебя убьет Геракл, потому что у тебя нижняя часть как у коня. Да. Ты мне так напоминаешь моего сына. Поэтому между нами будет только минет. Нет. Или нельзя говорить нет. Ну, как ты маме можешь сказать, да? Да, конечно. Я да. Тебя на руках поношу. Все, все, там армянский заход еще будет. Я удивлена, что ты взял 10 моих любимых секс-игрушек. По 5 в каждой ладони. Так можно говорить, не, да, надо можно, сказать можно, всем да. Нет, не факт, ты, что, ты же сам решаешь. Не, можно сказать нет, или нет, нельзя? Нет, все, нет, да. Нельзя? Нет, можно. Можно, всем можно. Да. Да, нет. А, ну все, нет. Тогда нет. Ашот, я, конечно, не качелька зимой, но ты тоже не сможешь оторвать язык. Да. Тогда всем да. Ашот, моя киска не колодец, поэтому плюй сколько угодно. Да. Ты случайно не Кинопоиск? Потому что это будет снято специально для тебя. Да. На конкурсе по поеданию хинкалей я проглотила больше всех. А потом принесли хинкали. Да. Сегодня все должно быть по правилам. Женщине должна быть... Как это? Изюм. О, блин, опять анальной пробкой перепутала. Так, да. А мне ее вытащить? Да. Можно прямо сейчас? Слушай, к сожалению, я научилась считать только до 68. Сможешь показать, что дальше? Ага. Нет. 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 Да. Мам, пожалуйста. Хватит мне присылать свои дикпики. У меня кнопочный. Приедь и покажи. А ты с девочкой созвонишь с айпадом, и все, вы вместе. Вы вместе посмотрите. Да?
Мне сегодня приснился эротический сон с тобой. Ну, вроде бы один из пятерых был ты. Ну, или кто-то на себя похожий? Нет. Привет, меня зовут Даша, но ты можешь звать меня... О, да, вот так, еще не останавливайся. Да. Я не феминистка, но готова до последнего бороться за право сидеть на твоем лице. Да. Я не собираюсь садиться тебе на лицо. Я же в Третьяковке на шедевры не прыгаю. Да. Слушай, у нас тут в городе свая лопнула. Можно? Поставим твой член, пока ремонтируют. Можно. Супер. То есть? Да, да. Ты случайно летом не отключаешься на 2 недели? А то ты такой горячий. Да. Ты очень похож на актера. Правда, не помню, где он играл. А, точно, в нашем домашнем фильме. Нет. Я слышала, ты любишь животных. Я хоть и не хомяк, но у меня за щеками легко поместятся твои орешки. Да. Трансцендентный. Переосвидетельствовать высокопревосходительство госкомс ельхоз. В общем, ради тебя мой язык готов на все. Да. Окей. Ты, как зимние сапоги, заставляешь меня взмокнуть. Ага. А, нет. Ты не зимние сапоги. Ну нет, так нет. Я хочу, чтобы мы с тобой были как 50 оттенков серого 2. 1,5 часа секса, который никто не увидит. Нет. Все увидит, как нет. Ты пока ничего не говоришь, ага. Как ты так сделал выбор, их осталось всего 2, а потом выбираешь. А, говорят, женскую дружбу нахуй не меняют. Ну хорошо, что у меня нет подруг. Я хочу царапать тебе спину во время секса. И пофиг, с кем ты в этот момент трахаешься. Тина и Даша, наши роскошные девчонки, которые с тобой флиртовали, сейчас тебе надо сделать очень важный выбор. Я выбираю Кристину. Кристину? Да. Кристина, давайте поаплодируем Кристине. Спасибо. Это Ашотик, Ашот, дружище. Спасибо тебе большое.